за победу Горловки. Ну, как бы не мог с местными жителями немножко не злоупотребить за победу. Хлебушком, да, закусить? Пожалуйста. Не-не-не, я сырком плавлю. А вот смотри, тут говорят, идем сюда на секунду. Hello. Вот тут говорят, что укропы вот здесь вот перекоты. Да. Ты как, волнуешься на этот счет? Я похую. Честно? Да. Вот настоящее мнение настоящего горловчанина по поводу, собственно говоря, ситуации с прорывом в Горловку. Человек как бы железный, ну здесь все такие в целом. Похую. Давай. See you soon.